Всем привет. Так, я останавливался последний раз. Вот тут. У меня где-то там тачка должна быть. Ага. У меня вон там тачка стоит. Ага, вон. Так, теперь. Вернуться к узам, надо к узам съездить. Блин, заносит. Дрифтую прям вообще. Ё-моё. Что это за самолет такой, а? Стой, дружище. Я говорливый Гарсия. Торговец, путешественник, продавец изысканных товаров. Не утаи же, кто ты? Уокер. А мы и дальше так будем говорить? Безусловно. Витиеватая речь – признак широты ума. Уверяю тебя, ты захочешь иметь дело только со мной. У меня отменный товар. Тогда позволь изучить твои лоты. Пожалуйста. Уверен, что... Все. А, нет, стой. Продай там. Ты становишься завсегдатаем. Не, все. Я всю снарягу купил для тачки. Я на медобслуживание. Прошу подождать. Корпус частично восстановлен. Все, погнали. Все, у меня полный боекомплект. Едем к узам. Да, путь не близкий. О, ну давай-ка, ребятишек, я завалю. Дай-ка их завалю. Эй, ты! Давай, оторвёмся! Давай! Так. Слабое место открыто. Ты с другой стороны? Я уже здесь знаю все как. Стреляй! Слабое место открыто. Блин, занесло, зараза. Так, куда не поехал?
Сейчас догоним. Последнюю тачку осталось. Все. Так, а я не туда поехал. Мне надо было чуть-чуть в другую сторону. Ну все. Песок. Едем в Египет. Песчаные карьеры тут всякие. Знакомый городок приезжаем. Так, надо тачку отремонтировать. Внезапная поломка! Сейчас инструменты достану. Закупился. Кстати, глюк, фига себе, его не видно. Глюк игры. Эй, ты! Короче, ты сюда не пройдешь. Надо быть хищником, злым и вечно голодным. Привет, похоже, тащить. Здравствуйте, чего видишь? Идем к узам. Снова ты? Почему с тебя не стекает кровь шахтеров-предателей? Иди на рудник! Какая-то недовольная женщина. На рудник меня отправляет. Ты не из каньона мертвеца идешь? Нет? Еще раз скажешь, очень советую туда заглянуть. Лузам, филтритовый сердечник у меня. Мы, наконец, сможем запустить танк-хищник. Нифига себе. Уокер, хорошая новость. Хищник готов к бою. Прекрасная и смертоносная машина. Дело сделано. Проект «Кинжал» готов к воплощению. Это исторический момент, Уокер. Последний удар, который сокрушит правительство и генерала Кросса. Скорее бы сдавить руками хилую шею этого упыря. Хищник провезет тебя мимо сторожевых башен. Скрэмблер откроет ворота. И, наконец, сыворотка взорвет все нанотриты внутри генерала Кросса и прикончит его. В этот раз навсегда. Если тебе нужно добыть какие-то припасы или, может, помолиться, сейчас самое время. Потом свяжись со мной. Выйду на связь по дороге к штабу правительства. Пробраться в штаб, к квартиру правительства. Окей, фига себе, там новый. Смотри, танк. Не зевай.
транспорт какой-то новый дали. Офигеть, сейчас заценим. А это что за лифт? Так, это мы вниз куда-то едем. Я не был там ни разу. Хм, сейчас посмотрим. Или был. Уокер, все готово. У тебя наконец есть все, чтобы помириться силами с правительством. Я отправляюсь, Лили. Я покончу с этим раз и навсегда. Я здесь был. За Проули, за Винланд, за нас. Все, последнее задание остается мне. И я прошел эту игруху. Где это? Транспорт. А, он меня там, наверное, ждать будет. Я понял, надо до него доехать. Системы активируются. Погнали. Меня занесло, блин, отвлекся. Давай, 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 выезжай, тачечка. Так, все, ребята, мне с вами не по пути. Так, ребята, я подхожу к штабу правительства. Момент настал. Теперь я их всех уничтожу. Очень рекомендую ехать на хищнике. Иначе сторожевые башни правительства размажут тебя по пустошам. Сам знаю. Это я так, тебя проверить. Хищник. Написано Ксерекс. А где мне его взять, этот танк?
Наверное, меня там, наверное, будет ждать. Надеюсь. И вот мы на месте. Желаю удачи. Так, отлично. Я, походу, зря это сделал. Да. Мне надо где-то танк взять, раздобыть. И надо вот эти сначала уничтожить себя. Блин, прикольно, я не могу перепрыгнуть даже. Да ладно. Давай. Системы активируются. Возвращайся скорее, Уокер. Я, мне кажется, понял, как вызывать надо. Во. А я его могу улучшить, интересно? Нет. Так, а вот здесь какие-то у меня датчики срабатывают. Надо же, маскировка работает. Сторожевые башни по мне не стреляют. Прямо перед воротами стоит платформа. Заезжай на нее. Дальше дело за скрэмблером. Короче, ребята, если не знаете, как вызвать тачку, надо вам отбежать от своей тачки. И тогда можно вызывать. Когда рядом с тачкой находишься, нельзя вызывать другие тачки. Так, а как выйти теперь? Так, ладно. Попробуем сейчас туда проехать. Меня, короче, типа сейчас не должны запалить. На этой тачке. Так, а куда ехать? Что такое? Подготовка к сканированию. Ого. Уокер, спокойно. Не дергайся. Скрэмблер замаскирует тебя и обманет сканер. Результаты сканирования неоднозначны. Я же говорю, сработало. Он обманул сканер. Запущена процедура Делия. Пожалуйста, предъявите образец ДНК. Образец ДНК. Ты что, этого не предусмотрел? Предъявите образец ДНК. Уровень угрозы растет. Док, вы слышите? Ах да, конечно. Я подготовил идеальную цифровую модель ДНК Кросса. Передаю вам данные. Анализ ДНК завершен. С возвращением, генерал Кросс. Обошлось. Квахир, вам не приходило в голову протестировать этот сценарий заранее? О, нет, но ведь в конце концов все получилось. Теперь машина считает, что вы генерал. И это забавно, ведь машина в Эдеме решила, что вы мертвый президент. По-моему, это уморительно. Ага, обхохочешься. Так, я внутри. Будь осторожней. Ты сможешь. Я не знаю. Уокер без меня не обойдется. Спокойно, Лили. Не раскачивай. Так, куда ехать? Поедем налево. Уокер все под контролем. Новые жертвы нам не нужны. Жертвы? Ну, нет. Хватит. Я иду тут. А, это обе трассы все равно сюда привели. Левый или правый, без разницы. Как живучая бактерия не
тебе удалось так далеко сойти? Ну, туда надо было, что ли? Но ты же не думаешь, что в мой штаб может незаметно попасть еще один генерал Кросс? Меня поймали, походу. Заткнись, упырь! Бац. Я уже практически подъехал. А нет, еще еду. Два танка, фига себе. Ба, нихера себе. Вот эти штучки уничтожать было. Так, я надеюсь, я правильно еду. Блин, у меня вообще хипов мало. Меня сейчас один раз шмальнут и все. Все. Охренеть. Так. Пойдем. Давай, давай назад, отъезжай, быстрее вот эти установки, что ж, да. Я теперь уже знаю. Ёпс. Чё, уничтожил? Блин, короче, ее не уничтожить, наверное, я не знаю. Все, я проехал. Так, вот эти вот уничтожили. Вот этих вот ребятишек целый навал. Все, сколько филтрита лежит. Оп, собирается. Черт, похоже, я тут застрял. Дальше пешочком. Я не смогу здесь никак перепрыгнуть. Не. Базу брать. Патроны. Вон моя тачка стоит.
Фига ты, я тебя даже не заметил. Далека, конечно, с дробаша вообще хреново стрелять. Чё за ящик со взрывчаткой? Понял. Чё, у вас тут таких полно ящиков со взрывчаткой интересными? Всё, я практически на месте. Не практически, а я на месте. Захожу. Эх ты, напугал, блин. Так, нам значит туда он идти надо. Здесь что? Патроны. А, другой вход. Фига, он опять ожил. Столько дроби в него всадил. Когда оно будет стерто с лица земли, мы, правительство, населим ее существами, достойными звания Homo sapiens. Так, нифига у вас тут сколько. Все, капец тебе, генерал Кросс, я уже рядом. Я уже рядом. Если сможешь, приходи. Да вот подхожу. А, меня он для меня даже лифт вызывает. Круто. На каком ехать? Поехали на этом. А, не одинаковые. Что, кто там шмаляет? Твой конец близок, генерал. Дженерал. Кросс.
тут со всех сторон, конечно, окружают. Я одним дробашом здесь не справлюсь. Не убивашки какие, а? Так, что у нас есть? Сейчас битва, походу, будет окончательная. Так, а это кто там? Так, мне надо вот с этим сначала будет, походу. Начинается новая эра. Эра чистоты, дисциплины и науки. И твоя смерть положит ей начало. Все, завалил. Мне надоело ждать. Если хочешь прийти, приходи. Так я уже... В противном случае, просто сдайся моим бойцам, чтобы тебя пристрелили, как собаку. Какой хитрец, а? Сейчас мы с тобой в схватку вступим. Генеральчик. Что у меня? О! Подойди ближе, протеже. Я сам хочу стереть тебя в порошок. Только чтобы не переродился опять заново. Давай, давай, бегу, бегу на всех парах прям. Здорово, чувак. На этот раз я тебя убью навсегда. Нифига себе! Но ты ведь можешь и лучше! Ребятишек позвал, да? Ну давай. Ех. Давай опять. Красавчик. Ага, вот сюда, вот сюда. Сейчас последний удар.
Отличненько. Что еще? Да. Еще, ребятишки. Это помощнее уже, ребята. Отдыхай. Ну что, продолжаем нашу пьянку. Все. Я так понял, что я выжил, Уокер выжил. Ну, в целом, игра мне так, ну, нормально. На один раз, второй раз я бы ее не стал проходить. Есть баги, конечно, но это без них никуда. Ну, и оружия, мне кажется, мало было, вот эти вот, вот минусы. Из плюсов это способности, конечно, вот всякие прикольные были.
Филтре это то, что из выпадает там из людей, из монстров. Он меня лечит, тоже прикольно. Ну, в целом прикольно. Спасибо всем, кто досмотрел, кто смотрел, следил, кто до конца вообще досмотрел. Спасибо всем большое. Оставайтесь на канале. Будем дальше проходить. Видите, говорил я, жить будет. Немного нанотритового коктейля для изменения программы, и все в порядке. Да сейчас, повезло. Но если мне удалось это проделать, то, возможно, кто-то может также спасти генерала Кросса. Я все еще вам нужен. Ну, я и говорил, что я жив все-таки остался. Ноги вперед! Как в Марвеле. Такая маленькая концовочка. Ну, привет. Рейнджер в полной боевой готовности. Проект Кинжал сработал. Клонов Кросса больше нет. Насколько известно. Вот только твоя жизнь была на волоске. Квасир тобой рискнул. Сыворотка для убийства Кросса была смертельна и для тебя. Но когда Лили тебя принесла, он смог обратить процесс. Его счастье. Лили была готова вышибить ему бесценные мозги. Когда ты поправишься, для рейнджера везде будет много задачек. Но пока тебе надо отдохнуть. Уокер, не надо ничего говорить. Я здесь, рядом. Встанешь на ноги, и у нас с тобой будет много работы. Ах!